необжитые районы Австралии. Нет мест суровее в этих краях. Однако в самом сердце пустоши летают тысячи какаду, объединившись в шумную и непокорную ораву. Здесь они не просто борются за выживание, а процветают. Заселив весь материк, от знойных пустынных равнин до царства эвкалиптовых лесов и заснеженных горных хребтов, эти птицы с чрезвычайно ярким оперением и нахальным характером живут наперекор всем напастям, превратив Австралию в страну попугаев. Австралия – страна попугаев. Прежде чем в Австралии появились пустыни, материк покрывали дождевые леса. Сегодня осталось лишь несколько небольших удаленных оазисов.